Ну дебилы, дебилы! Одна бутылками бросается, другой дебил на асфальте жопу протирает на лодке. Третий вообще наркоманит. Не подписчики, а настоящие хулиганы, просто банда хулиганов, а? Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Йохан, и баба, это сразу то, что я могу сказать. Вы только посмотрите на эту картину. Я, Аляша, Константин Петрович, Мунстр, Мия, еще Никича не хватает. Никич будет в следующей серии, если ты поставишь лайкусик прямо сейчас, если подпишешься на этот канал. А пока перекличка. Аляша? Здесь. Константин Петрович? Собака молчаливая, скажи что-то. Лайки гоните. Мунстр не может, потому что у нее на заднем фоне кто-то там «Давай поженимся» на первом канале смотрит. И Мия? Здрасте. Всем здрасте. 5 человек. В следующей серии будет у нас, конечно же, Никич, если мы наберем много лайков, я уже сказал. А пока, пацантры и пацанессы, подписывайтесь на канал и давайте прячемся. Эти чубзилеты мне полчаса не давали начать первый раунд, потому что Костян заигрывает с Аляшей почему-то, говорит, Аляша, я увидел твои фоточки, я увидел твои фоточки. Скидывает ему такой, Аляш, такая красивая, красивая. Я ничего не могу понять, столько ртов сегодня в серии разговаривает. Вы прикиньте, еще кто здесь будет, еще Никич здесь будет. Так вообще никто не заткнется. Все, тишина, мертвая тишина. 5 рыл бегает на... Собуляка, соболяка просто. Ладно, кто... я чью-то макушку видел. Кто-то там бегал. И я просто не знаю, кто это был. Ай, кто откуда стрелял, у меня такой вопрос. Короче, у нас очень много проблем в этой серии. Давайте начнем с самого начала, пока кто-то, да, по очереди там умирает. Пока что у нас умирает Константин Петрович, как мы видим. Константин Петрович и Аляша. Наша самая лучшая пара на этом сервере и в этой рубрике. Так, раз, два, три. Проблематик! Ага, ну ты думала, я тебя там не видел? Ну ладно, ничего страшного. Короче, не пудри мне голову, Константин Петрович, ты зашел. Буду мешать. Это я тебя тоже видела. Господи, спасите меня, пожалуйста, от этого дурдома. Что происходит? Кать, тащи мой ремень! Тот кто-то вообще меня не слушается. Константин Петрович, как было хорошо, когда ты молчал. Оказывается, ты такой балабольщик, да, Костянчик? Молчать. Ну ты попросил. Я попросил. Не, подожди, в смысле я попросил. Чтобы все понимали, какая у нас история была до записи этой серии. Константин Петрович говорит, если мы на этой серии соберем 30 тысяч лайков, тогда я включу свой микрофон. Да. А в итоге он как бы включил его прямо сейчас. Но все же, мне кажется, не стоит отменять Константин Петрович того, чтобы все ставили лайки, да? Как ты думаешь? Но все равно все должны ставить лайк. Все равно должны ставить лайк. Ну давайте еще будем... Ёперэсэте, что происходит? Все ливают, все орут. Я не хочу в таком дурдоме участвовать. Мию я вздрючил, Костянчика кто-то другой вздрючил. Я Аляшу вздрючил, Мусор вздрючил. Первый раунд за мной. У меня башка взрывается, мне кажется, нужно минус одного человека 100% сделать, потому что это с ума сойти. А если еще Никич у нас добавится, пожалуйста, не ставьте лайкусик, потому что если у нас будет 6 человек играть на одном сервере, то у меня просто реально может застрелиться. Где мой пулемет, а? Следующий раунд, пожалуйста, давайте начнем. Господи, я официально могу заявить то, что это самая наркоманская серия за все время. Короче, что произошло? В комнату ворвалась мама Аляши. И она позвала его кушать. Она позвала его кушать, но не просто так она сказала. Аляша, Аляша, беги кушать свою любимую овсянку. Аляша, как обычно, ма, я не буду. И мама, как... Здорово, Мия. И мама, как обычно, достала свой ремень. На сей раз не... Что ему слом? Ничего она ему не ломала. Ты что такое рассказываешь? Костя. Да кто жив? Никит жив. И Мунстр жива. Короче, чтобы вы понимали.
Аляши больше нет. Не, в смысле, не в том плане то, что Аляша куда-то там что-то, я не знаю. Не в том плане то, что он делался. Просто он вышел с сервера, потому что мама ему сломала компьютер. И мы, короче... Да, мама ему сломала компьютер, я не знал. И мы, короче, ждали Никича, чтобы Никич подключился к серверу. Никич, поздоровайся! Привет! То есть, я вернулся. Он вернулся, Никич вернулся. Кто не знает, какие у нас произошли изменения после первого раунда. Мама Аляши сломала ему компьютер и пришел Никич. Такие вот пироги. Изменения те, которые то, что я никого не вижу. Извините меня, пожалуйста, я здесь ни при чем. Такая наркоманская серия не из-за меня, а из-за Аляши и его мамы. Да. Вопросы не ко мне. Константин Петрович, Никич, Мия, Мунстр и Аляша, которая прямо сейчас находится дома без компьютера. Я не знаю, что делать. Что такое, Константин Петрович, рассказывай. Эдуард, вы где? Это не по теме. Ну ладно, я не буду. Здорово, 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 Мунстр, здорово. Как дела? Как поживаешь? Что происходит? Все ужасно просто, понимаешь? Все ужасно. О, приятно знать то, что не только у меня. Да. Это ужас. Ну, давай, Никич. Что такое, что такое, что такое, что такое? У Никича не... Что? Что это сейчас было? Я просто испугался тебя, Никич, ты очень страшный. Ладно, 1-1-0-0-0. Перепрятываемся, хорошо, сейчас у нас будет третий раунд. Всё? Я надеюсь, ничья мама сейчас не ворвется никому в комнату, и ко мне Катя не ворвется, не отшмагает главное, меня. Чтобы моя не ворвалась. И твоя. Главное, чтобы да, ко мне Катя не ворвалась, потому что я записываю 3:30 ночи, если она сейчас придет стримнем, она вполне может меня отшлепать. Поэтому тихонько прячемся дальше. Короче, новый раунд. Страшно. Тебе страшно, Никич. Ты бойся меня! Но у нас новая история. Между паузами в комнату ворвалась мама Мии. Ой, вы себе даже не представляете. Это серьезное заявление. Мама Мии, короче, ворвалась в комнату. Мама Мия. Мия скан горель дотель. Ой, блин, я чуть не обидел. Это на каком языке ты только что заговорил? На испанском? Нет, это грузинский. Ладно, ты знаешь грузинский? Могу научить, если хотите. Не надо. Как будет привет на грузинском? Гамарджоба. Гамарджоба. Если меня кто-то... Да кто умирает? Я... Гамарджоба. Если меня кто-то смотрит из Грузии... Ты где была? Гамарджоба все. Я тут стояла. Ё-моё. Ты мимо меня пробежал. У-у-у, Мия-Мия-Миечка, как я засандалил тебя. Ну, не в том смысле, а... Убил, вот. Да, сыснись, фантастик. Я был рядом с Эдисоном и Мией. Кому мне пойти? Я пошел к Мии. Подождите, а кто жив еще? У меня такой вопрос. Ну точно не я. Я жива. Монстр жива, Монстр, привет. Все на Монстре. Привет. Привет, Монстр, как ты поживаешь? Рассказывай, Монстр. Ой, ужасно, а как ваши дела? А, да я не знаю, вот в школе вчера меня побили. Ну, в принципе, я дал отпор, поэтому все нормально было. Я потом я с ними подружился. Вот, и мы сейчас корефанчики самые настоящие. Монстр, какие у тебя завтра уроки? Завтра суббота, я не учу. А, тупая моя башка. Точно. Вот тебе повезло. Вот тебе повезло, у меня завтра среда. Это как, настолько разные часовые пояса, то что у тебя суббота, у меня среда. Напишите в комментах, какой день недели у вас. Привет. Чёрт. Что? Откуда? Откуда, как, где? Когда, что? Я возле тебя был, возле тебя, Монстр. Передавай привет своей классухе в школе, а мы переходим к следующему раунду. Я молчу. Подписчики, разговаривайте, пожалуйста. Я молчу, я вообще буду молчать. Не пугайте меня, пожалуйста, так! У меня инфаркт только что чуть случился, потом не Чем случился. Чем я заслужила такое отношение? А Монстр, уже... Кто убил меня? Впрочем, ничего нового. А кто кого убил, у меня такой вопрос? Я Мун. Ну, ладно. Я так чую, что моя жопа тоже на прицеле у кого-то.
чего ты это взял? Я тоже думаю. А, ну все там давайте. Да кто стреляет? Кто откуда стреляет? У меня такой вопрос. Я вообще молчу. Мия, Мия, давай ты поразговаривай хотя бы в этом раунде. Все соскучились по голосу Мии. Мне кажется, твоих... Я даже не знаю, как это сказать на самом деле. У Мии много поклонников. Господи, твоих фанатов. Почему мне кажется, что подо мной где-то Эдисон ходит? Не-не-не-не-не. Чёрт, мне кто-то звонит. Собака, сутулая. Сутулая собака, что? Я убил Мию. Кто жив? Признавайтесь. Нет? Ну я даже не знаю. Не, Никич. Никич. Мне страшно, не трогайте меня, пощадите. Никич и Константин Петропавлович. Мне кажется, меня спалили. Почему? Мне кажется, то что же. То что же? Я вот. Читаю, новое слово в русском языке, ладно. То что же. То что же. Так, а кто жив-то? Кто жив-то? Я живой. Кто жив? Мама, я жив. Кто жив, но мертв в душе, плюсик чат. Сейчас Мия 100% плюсик должна поставить, не? Да, вот, как... как я догадался? И монстр следом за ней. Костя Петро! Никич Какашкович. В смысле? А что я сделал? Ты меня убить. Я буду молчать. В смысле? Я даже не знаю, где ты. Ох! Я тут бегаю свою жопу прячу. Я кого-то видел. Я кого-то видел. Да что ты? Нет! Я так рад прямо. Я так рад. Не надо, не трогайте меня, я жить хочу. Это не ты, Никич. Ой, и ты тоже. Что происходит? Ладно, пацаны, пока вы там между собой друг другу... А, Никич! Собака! В смысле, кто это? В итоге встретились два дружбана, а я двоих просто оттютюкал. Подождите, три... Где ты был? Я был... Ой. Подожди, 3-1-0-0-0? Да. Я не знаю, какой счет, честное слово, но как мне подсказывает сердце и корона снайперов, 3-1-0-0-0. У Костянчика полетела винда, ему, наверное, сейчас нужно вообще новый комп покупать, я не знаю, чем это связано. Но на этом мы уже... Да хватит, пожалуйста! Ну что ж это за дичь-то такая? Мия! За что ты меня так ненавидишь? А кто? Это кто-то другой, это не Мия, а Мия, да? Ставьте лайкусики, если хотите... Я теперь успел. Вы меня обижаете. Ставьте лайки за то, чтобы больше Эдисона не убивали. Я играю с командой наркоманов, хулиганов, и я не знаю. Это просто дурдом какой-то. Я как будто на 20 минут попал в какую-то психушку. Из всех сторон во все мои дыры ушные просто все долбятся. И просто у меня башка взрывается. Извиняюсь за такие подробности, но вы просто можете побыть на моем месте и почувствовать, как 4 подписчика хотят тебя со своими снайперками. Агла-гла. Все! Спасибо всем большое за просмотр, ставьте подписчики. Закройте рты, закройте. Да я туда. Я алкаш, запомните. Меня разрывается башка. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.